Закончился у нас монтаж теплиц. Напоминаю, сегодня мы строили две теплицы арочные, 3 на 6 на одном участке на бетонном основании. Мы будем посмотреть, что у нас получилось. Двери цельные по торцам, по лицевым сразу. Резиновый торцевой уплотнитель, чтобы было погерметичней. Рекламка. С другого торца у нас форточка просто. Также имеет систему подвязки, по две нитки на каждую сторону. В центре стоит арка усиленная. Арка называется фермер, потому что она сварена в виде фермы из двух дуг. Все стоит на бетоне, как я уже сказал, закреплено с помощью анкеров. Есть у нас отлив, уголок 50 на 50, чтобы вода, стекая по поликарбонату, не попала вовнутрь теплицы. Поликарбонат, кстати, 4 мм, толщиной 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вторая теплица. Что-то крутим. А, последние саморезики. Вторая теплица абсолютно точно такая же. Также система подвязки, диагональные усилители, как и в той теплице. Форточка в торце, дверь цельная. Все в профилях. Торцы в резинках. В уплотнителе торцом. Также стоит арка посередке, фермерская. Вот такие две красотки у нас получились. Прочные, надежные, красивые и относительно недорогие. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.